И печальная новость. Сегодня в Видном простились с Владиславом Королевым, погибшим в ходе специальной военной операции на территории Украины при исполнении воинского долга. Прощальная панихида состоялась в Георгиевском храме. На ней собрались родные и близкие погибшего, друзья, представители администрации Ленинского городского округа, представители областного и домодедовского военных комиссариатов. В 2008 году Владислав Королев окончил Нижегородское высшее военное инженерное командное училище. Проходил службу сначала в Московском военном округе. С июля 2016 года являлся командиром инженерно-саперной роты инженерно-саперного батальона 32-го инженерно-саперного полка 49-й общевойсковой армии Южного военного округа. Кому-то могло показаться, что вместе с поколением победителей уходят герои, люди, которые отстаивали независимость и суверенитет нашей страны. Но последний месяц показал, что генетическая память наследников поколения победителей жива. И наши современники, люди, которые готовы так же, как их и деды, и прадеды, жертвовать своей жизнью ради безопасного неба над нашей страной, ради того, чтобы мы изучали родную историю, говорили на родном языке. Глава городского округа Алексей Спасский выразил родным и близким слова соболезнования и благодарности за воспитание достойного сына. Владиславу Владимировичу Королеву было 35 лет. У него остались жена и сын. Похоронили капитана Королева в Видном, в городе, где живут его родители.